православный человек — это, как нас называют, называли, по крайней мере, раньше, это народ книги. Люди, которые читали книги, книгу, имеется в виду Библию. И Иоанн Златоуст, он свят не только житием, не только какими-то подвигами и трудами и гонениями, он еще свят и в том, что он сказал и написал, и это огромная часть, о которой многие христиане просто не особо знают, не интересуются, это то, что в принципе жизненно важно. Бесіди про вічне на телеканалі Рудана. Дивіться в понеділок о 18:10.